have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, в общем-то, на, грубо говоря, такой жопораздирающей ноте закончилась прошлая серия, я не хочу теперь туда идти, честно. Ладно, хорошо, все, собрались. Что у нас есть? У нас есть маяк, который мы сейчас дернем, у нас вроде как шорткат открылся. Пойдем сейчас сходим с вами в одно место. Я хочу проверить кое-что. Во-первых, почему в это время мы пошли? Потому что... Ой, у нас тут синяя травка, которую я тупо пропустил. Какой я молодец. И красная травка. Блин, а я что, тут не ходил? Да нет, не может быть. Я ж тут ходил. Нет, я тут не ходил, прикиньте. Слил монетку. Да, потому что мы тут можем мясо пожарить. У нас куча сырого мяса. Прикиньте, я тут не ходил. Это я вообще как? Это вообще законно? Хорошо, ладно. По крайней мере, нашли еще одну большую хилку. Супер. Это я, в принципе, сейчас к чему? Почему мы в этом времени, а не в том? Да, блин, что же вы себя слабеете-то от голода? Я вам как раз вот мяска поджарил. Покушайте. Я сейчас хочу пойти проверить секретики. Секретики. И почему я хочу их проверить в этом времени? Потому что торговцы мы встретили в этом времени. Поэтому я предполагаю, что и клад зарыт тоже где-то здесь, вот в это время. А, кровать осталась, только она, это, отрегенерировала себе одеяло. В прошлом я одеяло порвал, а в настоящем одеяло стало нормальным. Я что-то только сейчас подумал, что я ни разу не ходил по этой локации в это время. Ты кто вообще? Стой! Нет, погоди! Это чё? Что, блин? Здесь убит огромный сказочный зверь. Судя по всему, тело лежит здесь уже очень давно, но температура этого города хорошо его сохранила. Тело не было тронуто насекомыми или личинками, что также способствовало его сохранению. Шея зверя была разрезана этим копьем. Взять копье... Боевая коса. Что? Новая пушка? Миазму? Боевая коса. А, ну так она не какущая. Блин, печаль. Погодите, а это вот вы хотите мне сказать, что вот этого всего не было? Нет, я ж ходил, открывал. А как тогда? Да, вот сундук, я ж тут был. А как я вот этих... Они что, потом... Нет, да ладно. Ладно, погодите. Там какая-то тварь ходит, она на меня напасть хотела. Какой-то дракон, какой-то копье. Что, блин? Хорошо. Почему именно здесь и почему мы сюда пришли? Ребят, вот эта вот статуя, помните, она как-то у нас была на обложечке? Вот тут вот, вот на вот этом вот месте у нас стояла свинка. В другом времени. У нас тут нету маяка, так что поблизости. По-моему, он же здесь, нет? Да, он здесь, отлично. Давайте, перекинем время, может быть, немножечко психику себе восстановим. 70-71. Погодите, смотрим, восстанавливается психика или нет. Ну, уж тут светло, хорошо. Вот, вот эту вот свиночку, видите? Изучить. Пустая внутри. Статуя, постучать. Звук пустоты. Отлично. Нет, блин, психика уходит даже здесь. Это, видимо, как-то от места зависит. Так вот, к чему это я? Карта номер один. Смотрите, ну я понимаю, что вот эта свинка, которая здесь, и вот эта свинка, которая тут, они ни капельки не соответствуют. Но, смотрите, от свинки ступеньки и идущие фигуры.
и три горшочка, посмотрите, в каком положении они стоят. От свинки ступеньки, идущие фигуры и три горшочка. Видите? Я же говорю честно, если бы мне самому дали об этом судить, я бы никогда не понял, что это здесь. Но я увидел некоторые картинки, которые помогли мне... Вот, я просто шел сейчас, рандомно нажимал на пробел. Получается, вот, копнуть землю. И оттуда мы достаем свиток хождения по воде и свиток трансмутации. Что? Свиток хождения по воде. Свиток научит тебя ходить, ходьбе по воде. А трансмутация это... Секретом трансмутации. А зачем мне это, боюсь спросить? Но хорошо. Нет, наверное, мне нужно по темному пойти. Ладно, получили мы вот такой вот свиточек, получили мы вот такую вот два свиточка. Это первая карта. Вторая карта, опять же, у меня есть более-менее скриншот, где это находится, но по факту я туда еще не ходил. И опять же, я бы нифига ни разу не догадался бы, что там нужно искать. Поэтому, уж извиняйте, это я не сам нашел. Это я пока вот немножечко разгребал секретики местных катакомб, наспойлерил себе чуток. Сраный голод. Жареное мясо? Ты где? Отлично. И почему-то у меня было такое ощущение, что карт должно быть там 3 или 4, но вот по сути карт только 2. Уж не знаю как и почему. Погодите, раз мы сейчас здесь... Тут у нас был вот этот вот дружище, камень душ, не хочу на нем использовать, который с цветочком на плече. Ну, вот тут вот эти вот цветочки, я так понимаю, это вот он от них подзаражался, но другого такого же я не видел. Я нигде ничего больше не пропустил. Такое ощущение, что я как будто вообще первый раз здесь хожу. Включите, пожалуйста, свет. Раз уж мы здесь оказались, я сейчас по-быренькому пойду сохранюсь, и мы с вами вернемся к дальнейшему прохождению. Даже моя бабушка смогла бы пройти игру с таким количеством сохранений. Сказал бы, чувак, я старого апостола, но мне как-то плевать на его мнение сейчас, потому что в этой игре, если у меня есть возможность халявного сохранения, я буду халявно сохраняться, и пошли все лесом. Так, 66-65 разума, смотрим, восстанавливается он тут или нет. Пойдемте мы сейчас в библиотеку. Денег у меня нет. Я нищебродина та еще. А вот эти ящички я все обыскивал? Интересно. Ничего не осталось? Ничего не осталось. Нет, блин, разум тратится. Я не знаю, может быть, тут с факелом надо ходить, кстати. Нет, ну это глупое, конечно, предположение, но оно есть. Так. 65-64. Сейчас я подожду буквально секундочку понять, что происходит. Я не знаю, ребят, даже предположения делать какие-то страшно, почему это так, ну, то есть... Так, а, это мы... Это у нас было. Оставь. Фу, брось. Брось каку. У нас не восстанавливается психика. От чего-то она восстанавливалась, но сейчас она не восстанавливается. Вот это вот лицо, если уж на то пошло внутри, оно очень похоже на Вельзевула. Но, возможно, их тут клонировали. Короче, видите, вот эта вот башня и вот эта вот башня. Сейчас. Карта 2. Видите,
типа переход. Вот эта статуя по центру. Две башни и вход в библиотеку. Это вот это вот место, второе. Так, жидкость. Дотронуться. Легкое покалывание на кончиках пальцев. Из трубы зачерпнуть. Кстати, я же так и не протестировал черную жидкость, что она делает и с кем она делает. Может быть, фиолетовый флакон? Погодите, я что, тут не был, что ли? Факел. А, может, я сюда просто... Стеклянный флакон. Может, я сюда просто после сохранения не заходил. У меня же такое ощущение, палку, что я тут полностью был. Ладно. В любом случае, нам нужно сейчас зайти сюда. Мелкий звездюк, иди сюда. Блин, у меня же там кто-то слабеет от голода. Разум, тело. Давайте просто убьем его. Без промахов, ребят. Берем и убиваем, давайте. Ой, у нее же копье до сих пор, точно. Я не забрал у нее копье. Но этим копьем... Там что-то... А, это те два мелких чавкают, которые с той стороны. Фиг на них. Зов сирен, книга зовет тебя, от жуткой кожаной обшивки не оторвать взгляд. Че, прям серьезно? Книга забытых воспоминаний. Старинная книга. Ты колеблешься перед тем, как вытащить книгу из своей сумки, тебя одолевает неуемное желание открыть книгу, но в то же время ты чувствуешь, что последствия могут быть ужасны. Оставить. Не-не-не, погодите. Доктрина. Что? Дневник капитана. Дневник неизвестного стражника. Доктрина о живом. Этого, по-моему, еще не было. Эти мои исследования о живом и создании искусственной формы жизни. Подобной возможности возвысить человечество и избавить его от собственных границ. Когда я был человеком, подобные исследования порицались. Другие ученые не взялись бы за подобные ввиду попрания норм морали и этики. Но я искренне верю, что это последний столб, который отделяет человека от божественного статуса. Быть равного древнему богу или даже больше. Древние проявляли талант к созданию жизни еще с зари времен. Живые глиняные големы, которые населяют Махабра, прекрасно для подтверждения. Все лишь инструменты, созданные для выполнения графической работы. Им не нужны ни сон, ни отдых, они выполняют свою работу. По мере надобности, начали создавать и другие формы жизни. Все это в итоге привело к созданию абсолютного венца творения человека. Такова и моя конечная цель. Как мне кажется, я понимаю достаточно для достижения этой задачи. Я просто обязан достичь этого, дабы стать поистине независимым от великого замысла. Это наш ключ естественного порядка вещей, где человек произошел от своих создателей. Вальтейль. Я слышал где-то раньше это имя Вальтейль. О, это странно. Хорошо. Братство. Встали. Все ляжки обтрестали. Путь Махабра. Братство, часть вторая. Ничего не осталось. Забиты. Доктрина о живом это было. Решка, не повезло. Доктрина о живом 2, погодите, это надо почитать. Сейчас. Эль. О, Эль у нас 2, кстати. На тип. Что ж. Нет. Как обидно-то. О, у меня есть табак. На, покури, тебе полегчает. Девочку, может быть, потом посадим на опиум. Блин, как я обидно сейчас этот Эльта просрал. Ох, мне аж поплохело. Так, ладно. На, схавай капусточки. 12 серебряных. Ну, ладно. Синие травы. Да вы чё? Грязь. Сделать. Давай-ка. Блин, а у меня палки закончились. Ёлки-палки.
Так, хорошо. Надо вот этих мелких потихонечку. Просто атакуем его. Без промахов. Просто убиваем. Пожалуйста. Отлично. Хорошо, по мелким она пока что не мажет вот этим вот копьем. Это радует. Следующий. Next, please. Зачищаем просто территорию. Блин, рукой она била лучше. Ну, в смысле, костяной рукой. Так, у этих вагиноголовых, уж извините за выражение, обыскать, у них ничего нету, да? Хорошо. Выпущен наружу, что-то президент, та-та-та-та-та. Как бы мне на тебя глубоко, с высокой колокольни, именно то, что да. Ни одна из них не привлекает. Погодите, это выход к... Куда этот выход? Второй этаж. Мне нужен выход на первый этаж. Да, у девочки трясутся руки, девочки сильно фигово. Но меня это пока что не особо тревожит. Мы сейчас тут походим. Пока нас никто не тревожит. Полки чего-нибудь. Магия крови и цвет... Что, блин? Магия... Искупление, братство, часть вторая, оригинал, братство, часть вторая, просто. А вот это интересно, надо будет потом цветы трансмутации. Вообще насчет трансмутации, что это такое? Ну черт с тобой. Свиток хождения по воде. Ладно, 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 погодите. Книга забытых воспоминаний тоже надо будет взглянуть. Старинная книга. Вообще выглядит как некрономикон какой-то. Ладно, хорошо. Давайте сначала поищем, потом попробуем, наверное, сохраниться, и потом можно будет это все чуть-чуть как-то почитать. Алхимия. Том 2, том 3, пустой свиток, пустой свиток, пустой свиток, пустой свиток, пустой свиток, пустой, блин, свиток. Свиток-то пустой? Пустой свиток, да. Я так и не попробовал, как они работают, но вот то, что-то сейчас вывалилось, это было просто доктрина о живом 2. Блин, мне нужно будет в комментах перечитать учение Грагота. В комментах надо будет перечитать все, что вы мне писали, как этими пустыми свитками пользоваться. Блин, орел, черт тебя. Хорошо. Не надо, чувак, я ж только недавно заправлялся. Ну ладно тебе. Вот, доходим мы сейчас практически до самого интересного. Капюшон, нет, капюшон это не самое интересное, погодите. Учение. Вот эти вот ребята. Зловещих фигур, стоящих в различных позах. Похоже, что манекены подключены некий механизм. Серьезно? Это вот эта фишка из шоурума? То, что я вам говорил, что Alien Isolation, то есть... Шурум-бурум. Так, 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 погодите, мне нужно время перевернуть. И я сейчас переверну время, тут появятся какие-то твари. Это я помню. Какие-то со звоночками. Хорошо, хоть не с позвоночками. Поворачиваем. Надо с чертовым факелом ходить. Вот, слышите? Вот эта фигня. Ее раньше не было. Ну ладно. Слегка голый. А тут не хватает фигур. Погодите. Может, это ключ? У этой руки за головой. Это стоит на одной ноге. Это выставило колено. Надо это запомнить, наверное. То, что мне сейчас нужно, мне сейчас нужно выйти на улицу. А где у нас там это было? Погодите. Карта 2. Видите, если, судя по вот этой карте, то это где-то находится слева от
страшной фигуры. То есть вот эта штука у нас тут написана... Что у нас там написано? Жуткое существо, сложно понять, человек ли это. В твоей голове появляется непонятный кул в то время, как ты заглядываешь глубже ему в глаза. Нет, 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 не надо. Где-то слева, но я не знаю. Мы уже сильно высоко, вряд ли здесь. Справа вряд ли. Хотя тут тоже сейчас прокликаю. Смотрите, там грибы, там куча всего. Красная трава, грибы. А как туда попасть? Погодите, мне туда надо. А как туда попасть? Да уйди. О! Здесь! Хорошо. Мне теперь стало интересно, как туда попасть. Ладно, сундучок мы нашли. 70 монет. Хорошо, валим отсюда. Погоди, к нам пришел. И это ж торговец этот. Удивительно, тебе прямо удалось найти сокровище. Примем поздравление. Спасибо, чувак. Может, ты мне еще карту продашь? У меня как раз денежка появилась. А я не знал, что тут под землей существует такой городок. Представь себе сложно, какие ужасы и богатства хранятся здесь. Но, к сожалению, не собираюсь долго оставаться здесь. Ну так вали. Что же, я просто беру... Не, чувак, ты не заберешь. Да иди ты нафиг! Урода ты кусок. Да давай в эту же руку. Спасибо. Хорошее начало, блин. Ты чё? Ты чё там вытащил? Использовать камень душ? Да нет, не хочу, наверное. Обыскать железную маску, оранжевый флакон, карта номер 3! Я знал, что она существует. Не знаю, у меня просто было ощущение, что их должно быть, ну, больше. Как-то нелогично, что их 2. Так, что он спас... Ох, блин, разум-то вообще тю-тю. У меня еще табак есть, нет? Трубка. О, у меня еще табак есть. Давайте мы девочку накурим. Насколько это возможно. Так, хорошо. Это все весело. Карта номер 3. Тигр. Башня. Корона. Башня. Не знаю. Не знаю, что это может быть и что это, в принципе, такое. Так, хорошо. Что ты мне сделаешь? Иди отсюда. Взрывной флакон. Ой, спасибо, я как раз один потратил. Мне это нужно было. Чёртов факел. Факел чёртов. Как бы это не сочеталось. Так, руки вверх, одна нога. Ну, блин, а остальные две, типа, наугад подбирать, что ли? Нога выставлена. Но на самом деле не так много комбинаций. Ну давайте попробуем. Ничего не осталось. А. Ну хорошо. Так. Ну, наверное, где-то можно найти подсказку какую-то. Это же библиотека, я уверен, что тут где-то есть какие-то подсказки. Но...
Так, вот этого нога выставлена, так как и должно быть. А вот тебя... Вот, ты так стоял. А ты вот так, по-моему, стоял, да? Хорошо, с учетом, что вот этот стоит руку в бок. Тогда вот этот. Два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, меняем позу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меняем позу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меняем позу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меняем позу. Раз, два, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Я знал. Хорошо. Ну, то есть, да, даже простым подбором оно срабатывает довольно быстро. Хотя я уверен, что где-то здесь была подсказка, как это сделать правильно. Жареное мясо осталось? Погодите, у меня рагу оставалось. На, похавай. Психика вообще ни у кого ни к черту, да? У нас опять проблемы с психикой. Это печально. Жареное мясо. Так. Хорошо. И что у нас тут? Выглядит не очень хорошо. Я за нее рад. Ничего стоящего. О, а ты что за перец? А, это... Человек безмолвно сделал шаг в пропасть. Синие травы. Ребят, то, что дают столько синей травы, ну как бы... Вниз во тьму, кажется, можно увидеть гигантскую фигуру, что медленно летит к тебе. Может, не надо ко мне? Чтобы вас не заждало внизу этой лестницы, она кажется вездесущим. Нитроглицерин. Камень душ. А, так, что у нас по хпшке? И что мы можем скрафтить? Нет, вот так. Нет, сделать... Синий флакон. Я могу сделать смесь. Что? Синий и желтый? А что мне это даст? Черный флакон и нитли... Это тоже можно смешать? Давайте. А, я могу тупо намешивать себе... Черные флаконы, вот что они дают. Давайте намешаю максимум. Оранжевый флакон, зеленый флакон. Коричневый флакон. А что коричневый флакон дает? Офигели. Смесь трав. Страницы. Блин, у меня палки закончились. А черный флакон... Блин, надо еще черных флаконов пойти набрать себе. Ай, вот я этот. Черный флакон... Блин, надо было сразу сюда заглянуть. Вот сейчас обидно стало. Флакон с водой, синяя трава. Я могу себе, кстати, этих синих флаконов намешать, наверное, да? Фиолетовый флакон. Фиолетовая жидкость, медленный, но крайне сильный яд. Белый. Действует как противоядие, красный. Крайне едкое, с помощью него можно, да, расплавлять. Вспомнил. Флакон с водой. Хорошо. Что мы делаем? Мы делаем вот так, сделать предмет. Раз, два, три. Пока что. Блин, елочка, гори. Я не знаю, надо подготовиться. Если там нас что-то ждет, я не уверен, что это бой, но если нас там что-то ждет, то я хотел бы быть, наверное, готовым. Черт, с психикой все вообще плохо. Мне бы сейчас сохраниться бы, честно. Но я не пойду. Наверное, зря. Просветленный вырывается на тебя из тьмы.
а с тобой поговорить можно? Может, мы не... Смотри, ты какой умный чувак, чем ты драться-то... Ну ладно. Я этого не говорил, чем ты будешь драться, это... Нет, погоди. Просто это трансмутация, позволяющая менять потоки вселенной в определенных рамках. Что, блин? Сфера тьмы, быстрая атака, да, поговорим. Да, на него. Предмет. Наверное, защищаться. И защищаться. Не кусай ее. О, погоди. Ты пытаешься поговорить с Бог просветления? Серьезно? Вальтел. Вальтел, это же тот чувак, который книжку писал, который собирался стать подобным богам. И точно. Просветлен не реагирует на твои слова, на поток идей, концепции и вопросов заполняет твой голову. Ты слышишь вопрос? Первородный бог разрушения, один из главных элементов бытия, как тень для света, как, кто является этим, этой, его противоположностью? Фига себе! Грагот, Сильван, Альмер, бог глубин. Откуда я знаю? Вы там шибанулись нафиг! Погоди, так, бог разрушения, Сильвиан, это не бог любви случайно, Сильвиан? Да! Я не знаю, как мне сейчас это вот вообще в экстренной ситуации всплыл. Ох ты ж, ё, какой я ему урон-то нанес. У него что-то вылезло там, погоди. Может, еще поговорим? Так, метательный нож. Раз мне все равно придется с ним драться, пофиг, я буду с ним драться. Не реагирует, идеи, да-да-да, слышишь вопрос. Первородный бог разрушения, один из главных элементов бытия, кто является его... Ты ж только что это спрашивал, или это другой вопрос, погоди. Бог разрушения. Как... Кто является его против... Ты ж только что это спрашивал, ты ж Сильвиан! Блин, там что-то вылазит, ребят! Поговорить? Давай поговорим, не суетись. Предмет. Взрывной флакон, пофиг. Атака. Давай добивать вот эту штуку. Не промахивайся. Архер. Бог из-за границ ведаемого, за гранью голубых небес. Он обладает силой, что меняет обычных смертных. Нет такого бога. Голубой бичом лунного света, зеленое свечение магии крови. Честно, я ни разу не слышал про такого бога. Неверный ответ. Может, я просто бить его буду? О! Мы тебе полму... Ай, блин, больно же! Мы ему полмозга... Так, пофиг. Я просто сейчас начну его бить. Промах, ты чё? Вот это вот она копьем по 700 с чем-то. Что подгра... Нет, не надо! Мне осталось 5 ходов, иначе она меня убьет, да? Блин, а мне какая-то фигня вон... Блин, 4 хода осталось!
предмет. Летательный, давай. Девятнадцать, хорошо. Три хода. Ребят, просто лупим его быстро. Что это за фигня на мне повешенная сейчас? Голова в теле просветленного падает во тьму, откуда и поднялась ранее. Тысячелетние мудрости и знания, кое не мог бы нести в своей голове обычный человек, проходит через тебя. Ты получаешь лишь проблески того, что ждет тебя на другой стороне, но это информационный поток слишком тяжелый для твоей головы. Твоя голова начала немного поваливать, но это не важно, ибо ты явно мог почувствовать, как что-то великое только что меняется. Винтики страха и голода только что начали вращаться в больших Нет! Не надо! Ты получил просветленную душу. А у меня, кстати, эта штука пропала, да. Блин, собака голодная. Мясо. Последнее мясо. На, приятного аппетита. Знаете что? Погодите. Мне сейчас не хватало, чтобы меня убила миазма. Опиум. Опиум, кстати, на соточку поднимает, да? Табак. На девочку. Расслабляется. Да-да-да, я это почувствую. И вот ты тоже расслабься. Ух, вот это сейчас, блин, я, наверное, как раз тот самый момент, когда я такой, да ладно, не буду сохраняться, и взял, и такой не сохранился, и потом, как меня сейчас пересрало всего. Я думал, что все, короче, оно не все. Фух, к черту, я пошел сохранюсь. Это просто вот нечеловечески сейчас было. Я думал, эта тварь меня убьет. Давайте я, наверное, схожу и потом сюда вернемся. Ладно, ребят, я что подумал? Я подойду еще, зачерпну флакончик-то черной жидкости. Да не дотрагивайся до нее. Да хорош! Зачерпнуть. Сколько я? 4 флакона возьму ее. Хорош дотрагиваться, лапать всякую гадость черную. Так, на сырочку похавай. Немного, менее голодный. Хорошо. Просто тот вот шум по ушам. Масло и черный флакон. Что мы получим? Мутный флакон. Окей. Я не знаю, что он дает. Синий. Синий фиолетовый. Синий фиолетовый. Я только что свою хилку превратил в синий и красный. Можно было смешать. Так, ладно. Зеленая жидкость, запас мышц сокращаться и чувства обостряться. Синий флакон у нас уже не получится. Желтый флакон с красным можно было что-то еще понатворить. Это я поначитался всяких книжечек интересных. Теперь могу делать вот такие вещи. Хорошо. Не все из того, что я сделал, полезно. Я сейчас себе даже, скорее всего, навредил, потому что не оставил все хилки. Ну, у меня есть хилки вот эти, смесь трав, но они большие, типа, а флакончиков у меня не осталось. Репа, червивый сок, перо оранжевый,
Один запах вызывает у тебя выброс адреналина. Это типа бафы, что ли? Взрывной флакон. Грязь. Хорошо. Так, но... Но у меня остались еще вопросы. Раз уж я сохранился после такого, я бы хотел сейчас повернуть механизм и все-таки посмотреть, что там за ведьмы, и походить по библиотеке по другому времени, уже в нашем времени, как бы. Это было бы интересно. Мне сейчас уже ничего не угрожает, я вроде как все нормально. Факелов у меня не осталось. Да, это печально. Это фиалка, братан. Там у нас на второй этаж, тут у нас... Блин, она менталка сейчас полетит. Иди сюда, Ктулха. Предмет. На тебе ножом по руке. Красиво, спасибо. Отрубаем. Отрубаем. А, фух, я уж хотел сказать, типа, чё? Но нормально. Так, атака. Да ну, давай. Вот ты попробуешь ногу отрубить, а ты в торс. Она чем-то брызнула на меня. Камень душ. Не, не хочу, погоди, обыскать. Губошлеп. Где вы у этой штуки видели губы, чтобы она ими шлепала? Ну ладно. В принципе, ну да, она немножечко нас покусала, но вроде как не страшно. Мне вот что интересно, как вон туда вон попасть, видите, там и грибочки, и красненькая фигня, и прям неплохо. О, погодите, а мы... погодите, мы тут не были? Да вроде ж были. Тут можно помолиться. О, статуэточка еще одна. Одинокий голем после вызывает у тебя вопросы. Я думаю, это подсказка, да? Это как раз вот та самая подсказка, которая... Резервуар воды, на поверхности видны царапины, изучит. При тщательном осмотре ты замечаешь, что большая часть царапин находится внутри резервуара. Это говорит о том, что... Что бы ни находилось внутри, ему явно не понравилась его участь. Пыточный стол приспособлен для фиксации объекта пыток. Слабеет от голода. Не надо слабеть от голода, пожалуйста. Съешь еще сыра. Блин, тебя отравили? Серьезно? Вот этой вот... Ой, где? Когда тебя успели отравить? Девочка ищет утешение. Ну, как бы, флаги в руки. Кто бы меня утешил? Так. Зачерпнуть. Смотрите. Одинокий голем вызывает у тебя... Позу вызывает вопросы. Да, я думаю, это второй голем. А там первый. То есть, это подсказки. Как я уже тогда и говорил, что, типа, тут будут подсказки. Их просто, наверное, надо найти. Но я не нашел. Я не нашел подсказки. Ну, вот, да, вот такой вот я этот. Так, хорошо. А что, если мы попробуем выйти с этой стороны? Я тут все три обыскал, да? Хорошо. Пойдем. Изуродованное тело. Он мертв уже давно. А синие волосы... Все... Это не Кахара там случайно валяется? Сушеный гриб... Ой, грибы! Наконец-то можно будет похавать. Синяя травка. О, это хорошо. Это прям замечательно. Вот так вот я сюда и попадаю. Вот у меня еще одна большая хилка есть. Я сейчас синюю с красной смешаю, и в моей жизни все будет хорошо. Ладно. То ли я после сейва сюда просто не заглядывал, то ли я сюда не заглядывал. Это же то место, где у нас... Ой, факел нахожу, хорошо. То место, где у нас этот Человек-паук лазил, да? Я, кстати, с ним даже не попытался ни поговорить, ничего. Так. Блин, сколько тут грибов. Ой, тут Вельзевул!
Черт. Твою за ногу. Запах, ты едва не падаешь. Орел. Я же shift нажал! Я shift нажал! Фух. Удается сдержать, блин, рвотные позывы. А, ты прикинь. Так, коричневый флакон. Запах сокращает. Мы нет, не надо мне, пожалуйста. Зелье жизни не надо. Знаем мы такое. Камень. А у меня ножи, кстати, не осталось, да? Оранжевый. Выброс адреналина, взрывной. Хочу ли я взрывным с ним? А, к черту. Нормально. Минус рука. Минус руки. Хорошо. А ему страшно. Правильно. Просто откусываем ему голову. Не хочу использовать камень душ, обыскать. Сырое мясо. А мой разум еще это выдержит нормально. Я смотрю просто, чтобы меня миазма не убила. Так. Грибочек. Где ж ты был, ты мой дорогой? Красные травы. Сушеные грибы. А, тут можно... Ну да, тут же этот проход есть. Грибочки. Ну вот, собственно, это пропасть, да. Ай, чертов факел. Не хочу зажигать. В смысле, не хочу зажигать. Придется, наверное. У меня с менталкой так себе. Знаете что, ребятушки? Так-то похор... Ой, блин, я же его не ошкурил. Нет. Освежить, пожалуйста. Освежить. Освежить эту жуть. Набрали жрачки, набрали хилок. Это радует. Можно будет сделать рагу. Рагу очень хорошо накормит. Хилки. А зачем я вообще так делаю? Мне вообще сюда. Я там что-то бегало. Это мы сейчас обратно к голему возвращаемся. Ну, вот этот у нас достаточно удачный waypoint получился. Потому что мы можем ходить во все стороны. Погодите, а тут... А, да, было такое. Девочку колбасит, но, похоже, лечить нее больше нечем. Надо будет... У меня много пустых свитков. Мне повезло не сдохнуть после того, как я понабрал их. Я гляну сейчас ваши комментарии пару серий назад, там, где вы меня учили пользоваться пустыми свитками. Может быть, нафиячу себе немножечко того, что нужно. Надо было факел дернуть. Вот. И получается, нам теперь... Ладно, у нас есть достаточно много хилок. Это приятно. На тот случай, когда мы пойдем драться с тем дебилоидом. Минечку, может мы под этим, под просветлением у нас все хорошо по менталке было. В любом случае, клона мы сделали. Этот шепот сейчас напугал, не знаю, почему я отвык от него. Клоны мы сделали, вон тот красный дебилоид, нам как-то его победить надо. Но первый раз его победить вроде как не проблема. Победить его второй раз, вот где проблема. И нужно выработать тактику против него, как его побеждать. А вот это, потому что... Ой, даже с первого раза... Игра, что с тобой сегодня? Я тебе вдруг стал симпатичен? Как это вообще происходит? 8 часов мы накрутили с вами. Уже даже, наверное, 8,5. Если учитывать сегодняшний геймплей. На этом пока что сегодня все. Наверное, в следующий раз все-таки мы пойдем на того красного мудня. С таким количеством хилок, я думаю, мы сможем его одолеть. Хотя, на самом деле, кто знает. Пишите ваши соображения, ваши мысли по поводу всего того, что здесь происходит. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.